Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Народ, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Чинган Алсвин. Прямой конкурент Весты. Ну, по крайней мере, по цене он даже выигрывает. 1 450 000. Я смотрел сейчас на сайте. Она получается вообще 1 591 000 в средней комплектации. Это Веста. С колпаками. Люк. Литые диски. А, кстати, фары тут светодиодные или галогеновые? Не смотрел ты? Ну, короче, сейчас мы ее попробуем разобрать и сравнить с Вестой. Она 4390, а Веста 4444. На 5 сантиметров, короче, от Весты. По ширине, по-моему, примерно такая же. Все, стоп нажимай. Это у нас, собственно, владелец Александр. Ответь на главный вопрос. Почему? Ты в доступе, потому что по цене нормально. И по всякой вероятности, мне кажется, даже лучше, чем Веста. Больше мне нравится это, чем Веста. Чем комплектация? Это не комплектация, за Весту говорят, ну, конечно, масложоры. Масло едят через сколько там проезда. А этот посмотрим, потом сравним, как проедем столько же, сколько же и Весты проезжают. У нее главное конкретное преимущество. Ну и по цене, да, согласен. Ну, не приценялся, потому не знаю, сколько Веста, не заехали. Мы думали, но не заехали. А поехали, посмотрели, приценили. В принципе, по цене нормально. Вот и взяли. Люк. Вот чего точно в Весте никогда не будет. Ключ открыть, закрыть. И багажник с кнопки открывается. Вполне нормально. Он открылся. Он даже загорелся, блядь, что открылся. Закрывается. Было бы еще сам. Ну че? Нормально тут сзади, а? Больше, чем гарантия. Ну, не знаю, жена ездит, вообще сидит, говорит, вообще нормально. Ну, все равно. Но она там как бы да. Нахуй делать. Из блах цивилизации. Темники. Подлокотника нема. Ничего нема. Мне нравится, что оно вот это отфарбованное, под твоим да, ехать ты, прям нормально. Ты сел как бы удобно. Третий не влез. Ники, а туда прям бутылка влезет. Да, прям влазит сюда. Багажник здоровенный. 4 колеса. Какой тут размер? 15? 15. 15. 15 колеса вообще на раз влазят. Так, тут все обшито. Нет, по-моему, нет. Так нормально. Смотрю, багажник реально, вот эти вот материалы, смотришь, как будто с рампы сняли. Ну, китайцы, люди молодцы, они умеют все делать. Ну да, креативно. Камера заднего вида. Есть, да. И в зеркалах камеры, да? Да, в этом, в этой стороне. Спереди нет, да? Нет. Я, может, это, но, по крайней мере... Показывает вот это и заднее. Электроники. Тормози. Камера, конечно, искажает, но зато есть динамичная, динамическая разметка. Вроде даже работает. Опа! Погнали! Руль плохо шевелит. Только верх-вниз, да? Ну да, он верх-вниз. Не... Вот на той машине, которую мне там предлагали, забыл. У нее еще верх-вниз еще так, ну, туда-сюда, вперед-назад, получается, поднимался. Поехали кочки наши проверить, деревенские. Я, кстати, расход почитал в интернете. Mm-hmm. Они, китайцы, заверяют. 4,8-6 литра. Ну я при скорости 120, у меня расход 3,4-3,5. Ни хрена себе. Ты на Весте хрен в жизни получишь. Я тебе даже, ну, Сережа, у меня ездил, мы с ним ездили, я ему говорю, смотри, вот едет ровно 120. 3,4, 3,3, 3,5. Это он, ты же видишь, где он показывает он, расход. Такая,
короче, сейчас 475 проехал, да. 423,5 это где сейчас бензина этого, правильно? Ну, а у тебя по факту полбака. Ну, шкала вон лишь, ты видишь ее. Нормально. Я на косарь заправился, что я говорил. Мечта таксиста. Я на косарь заправился с Ростова, блядь. В Каменск еще заехал туда, еще дома приехал, еще оставался. Но я вечером поехал, вроде бы как еще заправился. А еще можно было день-полтора смело ездить. Но... Что такое ИСП? Ты мне объясни, чтобы я по-русски знал. Антипробуксовка. А, вот. Кнопка. Не включал. Я видел, но не смотрел, честно. ИСП – это курсовая устойчивость. Ты в поворот заходишь, у тебя жопа начинает сносить, ага. А она сама там колеса. Сейчас будем озеро форсировать. Бля, ну они специально вот это закопали, да? Да, специально. А тут за пруду целую сделали рыбу. Они, они же специально, чтобы... А, хотя оно заходит, он видишь, смотри. Да, она все равно течет. Прямо полная яма. Нифига себе, яма полная. Там забитая. Снимай на дорогу, сейчас у нас же там лежачие впереди. А руль удобный, вот эти хваты прям. Его если кожей перетянуть, вообще круто будет смотреться. Да? В принципе, да. А их у нас перетягивают, да, получается? Перетягивают, там 2-3 тысячи. Ну, то найдем. Ну, чем чехол покупать за полторашку. Ну да, тоже. Что чехол, что, блин, правда, что взял и решил его, да, и все. Ручка же он какой-то. Так, лежачий проходим. Нормально. Передняя, это вообще мягенько прошла сзади, подпрыгнула, да? Нормально. Сейчас будем проверять ускорение. Нет, даже вот несмотря на то, что руль на себя не регулируется, я смог усесться, мне вполне комфортно. Хотя если это, сидушку еще больше завалить, ну, чтобы на трассе ехать, ну, да. То уже руки доставать не буду. Там все сидят по-разному. Ну, кстати, вот так вот резко не подключает, не подтыкивает, как на Volkswagen, там сразу там все вторая. Ну да, там поплавнее получается. Сцепление бережет. Сейчас со временем разберешься. Ну что, сейчас встанем, попробуем резко тронуться, как она поедет. Ты что, на тест-драйве не был, да? Нет. Скребет. Не, по мне так она еще динамичнее Весты, а? Ах, сцепление запахло. Я на Весте не ездил. Ну тогда мы вон кузнецу Весту гнали, она так ни разу не ездила. Не, на руль тебе что-то надо, скользкий капец. Ну, ему, блин, я уже как, чуть не то, что прям привык, но более. О, глянь, Саня, тут у тебя даже есть это, как его? Держание в горку. Загорится, нет. Загоралось. Не видел. Ну тут вот. Ну, вот ага. Чуть выше значок, где удержание в горку есть. Ну там. А, вот она, да. Выше. Когда запустил, она сама машина. Когда, держит, когда запускаешь этот зажигание, там да, есть эти значки, получается, которые высвечиваются. В нынешних экономических реалиях миллион 450 за машину нашпигованную практически всем. Ну да, единственное, что нету, я же говорю, блин, подогрева сиденья, вот это нету, блин. Как-то что-то не... Я сомневаюсь, что ты будешь заморачиваться, так при желании ты за 10 тысяч не уйдешь. Ну, как бы да. У тебя вот сюда вот две кнопочки какие-нибудь выйдут. Согласен. Ну оно и у меня вот. Он-то подогрев сидений есть, они же китайцы хитрожопые. Ага. Сиденье, значит сиденье, ага. А спинка нет. А, чисто под одной попой получается. Да, ты сидишь, у тебя жопа уже горит, а спина холодная. Да, так и на гранте, он у Сережи тоже.
зад греет, а в спине-то нема. Но у него, но у него есть. Там подогрев был, по-моему, спинку греет. Нет, у него, вот я ездил, говорю, только низ только греет. А вот Чинган CS75. Там уже плюшек поболят. Ну да. Езжаем мы нормально. Печка, кстати, тут драконовская, народ. Это вообще зверь какой-то. Печка греет хорошо. Вообще прям приятно. Все, народ. Всем пока. А там уже сами выбирайте. Веста, Чинган, Черри. Да. Решать каждому.